И вот у меня есть несколько песенок, которые я вам хотел бы показать. Вот такая, например, песенка, как «Не поссорились два закадычных друга» Петров и Щеглов. Петров толкнул маленечко Щеглова со ступенечки, залез на подоконник, пирожу показал. Щеглов спихнул легонечко Петрова с подоконничка, залез на столб фонарный и высунул язык. Петров рукою ловкою спилил тот столб ножовкою и, разбежавшись в озеро ближайшее, нырнул. Щеглов через минуточку поймал его на удочку и, запихнув в ведерко, уху решил варить. Петров глазище выпучил, да как оттуда выскочит, да как огрел Щеглова ведром по голове. Щеглов стал в позу грозную, кувалду взял за вхозную, но тут как раз директор в окошко закричал: «Вы что, опять поссорились? Из-за чего поссорились?» На что Щеглов с Петровым ответили ему: «Да разве ж мы поссорились, с чубом мы поссорились, и вовсе мы не ссорились, а просто подрались, и вовсе мы не ссорились, а просто подрались, и обнялись, хромая, и мирно разошлись, и обнялись, и разошлись».